Алло, мам, привет. Привет, мама, это я. Ты узнал? Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Что? Говорю, на территории Украины попал в плен. Как это? Что я? Подожди. Ну, вот так. Мать, со мной... Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Со мной хорошо обращаются, не переживай за меня. Со мной хорошо обращаются, за меня не переживай. Ты должна найти, связаться с частью, с моей. Запиши куда-нибудь. Скажи, что такой-то попал в плен на территорию Украины. Когда нас отправляли, нам сказали, то, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. По факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Тут бомбят города жестко, поэтому имей в виду там и распространи это, если можешь. Мам, потому что я в плену, понимаешь, я как агрессор сюда пришел. Понял, пусть отсюда.